Расскажу тебе один анекдот. Муж решает сделать жене сюрприз. Возвращается домой пораньше и застает ее в спальне с любовником. И знаешь, что делает муж? Что? Вариант первый. Убивает любовника. Вариант второй. Убивает жену. Или начинает шантажировать любовника. От режиссера «Однажды в Дели». Это Д. Шантажист. Он требует всего 100 тысяч. Они у тебя есть? Нет. А почему ты говоришь «всего»? Кто это может быть? Твоя жена выехала из санатория. Чего ты хочешь? 100 тысяч. Тебе только деньги нужны. Мою дочь ты обманул, но со мной это не пройдет. Мне нужно найти эту сумму. Мне нужно 90 тысяч. Шантажист сам платит за свой шантаж. Кауди ка накли пьяр, дуке бази ке бадле ме хога тера бандадар. Далее неожиданный поворот событий. Шантажист, это ты? Ты что, думаешь, самая умная? Эй, ты! Ну ладно, чего ты хочешь? 60 тысяч. У меня нет таких денег. Тогда я отправлю это твоей жене. Тогда имей в виду, что я так тебя отделаю. Чавла хочет 50 тысяч. За что? Он знает, что на самом деле шантажистом являешься ты. Зачем тебе оружие? Хочу убить шантажиста. Жажда мести. Шантаж. Ну, прямо как в кино. Когда серийными убийцами становятся такие, как ты. Режиссер Абхинай Део. Скоро на экранах.